Костел Святой Анны – небольшой храм рядом с историческим центром Варшавы. А я думаю, каждый, кто прогуливался по Королевскому тракту, видел это здание. Изначально храм был построен в 1454 году мазовецкой герцогиней Анной. Вот в ее честь как бы и назвали этот храм. Переделался, перестраивался он, конечно, время своей истории, но время печально известного Варшавского восстания в 1944 году сгорел дотла. И только время великого восстановления, послевоенного восстановления Варшавы в течение с периода 1949 по 1962 году он был восстановлен. Поэтому все убранство, внутреннее убранство церкви, что мы видим, это уже, конечно, реплика, а не оригинал. Ну, если это так можно назвать, конечно.